Так, ребята, всем добрый день. Доброе утро, скорее всего. Кому-то уже добрый день. Где-то есть регионы, где уже добрый вечер. Давайте начнем с проверки картинки и звука. Поставьте, пожалуйста, по десятибалльной шкале, как вы меня видите и слышите. Если картинка, звук, все хорошо, то мы с вами начнем. Мы уже поставили на запись, у нас уже все записывается, поэтому те партнеры, которых нет с нами сейчас онлайн, они смогут в записи потом на официальном канале посмотреть. Хорошо, я вижу то, что все хорошо. Все десятки, картинка, звук отлично. Сейчас еще все прибавлю. Хорошо, и начнем. Окей, еще раз, я рад вас всех приветствовать. Мы с вами традиционно делаем вебинар, мы с вами подводим итоги месяца. У нас сегодня с вами 7 декабря 2021 года. Это говорит о том, что мы с вами сегодня подведем итоги ноября. Значит, и наши с вами вот эти традиционные вебинары, они состоят из двух частей. В первой части мы делаем такой срез по компании, то есть мы рассказываем о новостях компании, то есть мы говорим о том, что сейчас делает компания, чем мы занимаемся, что было сделано, какие планы у нас. То есть каждый месяц этот вебинар – это такая очень важная точка синхронизации с компанией для того, чтобы понимать, что внутри компании происходит. Значит, и это первая часть обычно. И во второй части мы поздравляем самых-самых активных партнеров, которые отличились в ноябре, наших чемпионов, и это мы сегодня тоже сделаем. Начнем с того, что, значит, ну, начнем вообще с того, что сейчас происходит. Мы с вами постепенно идем к тому, что мы с вами закрываем год. Сегодня 7 декабря, это говорит о том, что у нас осталось буквально, ну, 3 с небольшим недели в этом году, и мы начинаем плавно-плавно уже подводить итоги. И что мы сейчас делаем в компании? Мы, скажем так, завершаем реализацию стратегии 2021 года. Если вы помните, мы этот год начинали с нашего большого мероприятия, итоги года, и мы там для себя определили, что вот в этом году для нас стратегия развития, значит, фокус в этом году у нас будет на кастомерах, на наших пользователях, то есть на тех, кто скачивает мобильное приложение. И мы с вами говорили о том, что наша задача, наша цель увеличить количество скачиваний до 20 миллионов. Причем, если вы помните, мы с вами этот год начинали, у нас было 11 миллионов. И по опыту прошлых лет, самый, скажем так, эффективный год до пандемии у нас было 3,5 миллиона скачиваний. То есть это самая такая большая цифра за год, которую мы сделали до этого. И вот в этом году мы поставили себе амбициозную цель, то есть начиная там с 11 миллионов, практически вырасти в 2 раза до 20. И это говорит о том, что побить рекорд прошлых лет в 3 раза, то есть вместо там 3 миллионов сделать 9 миллионов пользователей. Такая амбициозная у нас с вами задача в начале года стояла, и мы весь год работали над этим, то есть не только еще над количеством скачиваний, но и над тем, чтобы эффективность, активность кастомеров приложения росла. И хочу сказать то, что вот у нас мы с вами плавно подходим к этой отметке. У нас на сегодняшний день, по-моему, где-то уже 19 300. И понятно, что к отчетной дате, к 6 февраля, когда у нас будут следующие итоги в Москве, мы обязательно 20 миллионов наберем, это уж точно. Вот сейчас у нас задача стоит до 31 декабря мы хотим это сделать и уже закрыть этот год с 20 миллионами пользователей. И вот сейчас все у нас, то есть как бы весь год это был посвящен реализации этой стратегии, и, ну, мы понимаем уже, что, в принципе, мы уже совсем рядом, и мы эту цель достигнем. Вот. И сейчас, скажем так, мы уже завершаем всю вот эту реализацию стратегии, и в декабре, ну, скажем, таким финальным аккордом в этой стратегии у нас начала выходить реклама. ТВ-реклама, то есть реклама по телевизору, мы с вами об этом говорили, ну, то есть уже долго говорили, и вот наступило это время, значит, и мы сейчас в рамках такой тестирования гипотезы, значит, будем делать такую рекламу в регионах, и первым регионом мы выбрали город Тюмень, то есть вообще регион Тюмень, и в декабре, то есть весь месяц у нас по 4 каналам в Тюменском регионе будет крутиться реклама, то есть наши ролики на скачивание. Значит, 4 канала – это СТС, ТВ3, Домашний и Пятница. То есть это такие каналы, где, ну, в основном люди их смотрят, эти каналы. Значит, и мы сейчас, ну, пока не совсем понятен отклик, и то
То есть мы, ну, будем так как-то стараться замерять, смотреть, насколько это эффективно, но я так понимаю, что это очень хорошая поддержка вас, партнеров, то есть партнерского сообщества, это такая хорошая поддержка с воздуха. То есть когда тот проект, в котором вы работаете, уже идет реклама по телевизору, то есть по телевизору уже показывают рекламу этого продукта. Вот. Потому что на телек на самом деле еще не так легко попасть, потому что есть очень много требований, есть закон о рекламе там, и так далее. И для того, чтобы там, прийти на телевизор, то есть недостаточно просто заплатить денег, нужно еще там пройти очень много процедур всяких юридических. Вот, поэтому это очень важно. Параллельно сейчас мы начали готовить такие же ролики, такие же красивые ролики для предпринимателей. То есть вот эти ролики, которые мы сейчас сделали два, они были на скачивание, именно на пользователя ориентированы. Вот сейчас мы делаем, будем, ну, 2-3 ролика делать. Сейчас мы заложили бюджет и уже начинаем. Я думаю, что мы эти ролики вам сможем показать на итогах года, в феврале. Значит, мы сейчас начинаем делать дополнительно новые ролики для предпринимателей, которые будут говорить о ценности нашего продукта для наших конечных клиентов, для предпринимателей. И, значит, мы не будем на этом останавливаться. Сейчас мы прорабатываем следующие регионы, в которых мы тоже будем запускать такую рекламу. Сейчас еще раз, это для нас пока мы тестируем, смотрим, для нас это гипотеза, мы смотрим, как эффективно это будет работать, сколько у нас будет скачиваний. И сейчас мы в процессе подбора следующих регионов, в которых мы запустим рекламу. И регионы выбираются, вы много спрашивали, у меня в частности в директ спрашивали, как выбирается. Мы выбираем регионы по принципу усиливать сильное. То есть мы смотрим регионы, где очень хорошее присутствие предпринимателей, где хорошее партнерское сообщество активное, где уже есть какие-то пользователи. И вот эти регионы мы хотим поддерживать, как поддержка с воздуха. Значит, сейчас выберем еще вот эти регионы, и в январе и феврале мы для себя определились, что мы тоже будем запускать рекламу. Так, это вот это как раз то, чем мы занимаемся. Реализация такая тихо, спокойно, плавно, но цели мы свои достигаем. То есть планомерно, спокойно идем по своей дороге, по своему пути к намеченным целям, и эти цели мы достигаем. Ну и понятно, что сейчас, так как конец года, мы уже начали планировать и начали уже готовиться. У нас уже был в администрации мозговой штурм по поводу стратегии 2022 года. То есть плавно мы завершаем реализацию стратегии 2021 года и уже начали готовиться к 2022 году. То есть уже у нас есть большой такой roadmap, то есть дорожная карта, что мы будем делать в 2022 году. Вот. И сейчас уже мы начали готовиться к тому, чтобы, возможно, в феврале вам что-то уже показать на итогах года. И мы для себя, скажем так, ну, более полную, развернутую стратегию мы будем показывать на итогах года. Еще раз, 6-7 февраля в Москве, Крокус Сити Холл. Значит, и там мы представим полностью развернутую стратегию, что мы хотим делать. Вот. Но сейчас я скажу, скажем так, на что мы будем делать фокус. Значит, еще раз, у компании есть три аудитории, три клиентские аудитории, то есть, ну, скажем так, три вида клиента у компании. Первый – это предприниматель, которому мы продаем наш продукт. Второе – это пользователь, кастомер, который скачивает наше мобильное приложение. И третий клиент – это партнер, то есть партнерское сообщество. Это тоже клиенты компании, то есть внутренние, но это клиенты. То есть компания партнерскому сообществу оказывает сервис. И чем лучше этот сервис, тем лучше взаимодействие компании и партнеров, тем лучше результат. И у нас уже с вами было, если вы помните, у нас был год продукта, у нас был год клиента. Значит, это 2021 год, у нас был год пользователя, год кастомера. Мы решили сделать следующий год, 2022 год, это год партнера. То есть понятно, что мы в 2022 году будем работать над увеличением количества клиентов, над увеличением количества кастомеров, но основной фокус, основная задача – это увеличение количества партнеров, то есть рост партнерского сообщества. И в рамках этой стратегии у нас как технические обновления, то есть мы понимаем, что нам нужно поработать с бэк-офисом, нам нужно добавить очень много аналитики, то есть нам нужно предоставлять самый лучший сервис нашим клиентам, нашим партнерам. Это наш самый главный клиент, хочу сказать.
Вот, потому что всегда, если много партнеров, то если партнеры активны, то и клиенты есть, и пользователей много и так далее. Вот. И значит, в рамках этой стратегии будут не только технические какие-то технологические улучшения в продукте, в бэк-офисе, но и организационные различные моменты. Вот. Поэтому 2022 год мы проведем под флагом «Год партнера». И мы тоже для себя определим какую-то цифру по количеству партнеров и будем к этой цифре идти. Вот. Значит, и еще раз, вот всю вот эту стратегию, мы сейчас пока ее готовим, значит, всю эту стратегию мы будем готовы представить 6-7 февраля в Москве, Кроку Сити Холл. Еще раз, это самое важное наше событие, это самый-самый большой наш праздник. И на этом празднике нужно обязательно быть, и на этом празднике нужно сделать так, чтобы были ваши гости обязательно. Значит, это будет большой праздник, это 2 дня, и там мы будем чествовать лучших партнеров, там мы будем получать знания, там мы будем говорить, вот как раз еще раз повторюсь, о стратегии на следующий год. И это очень сильный, очень мощный заряд энергии, эмоций, драйва. Это то, что будет помогать вам в работе, то, что будет помогать вам в продвижении продукта. И 2 дня. Первая часть это будет официальная, потом будет красивая часть. Мы будем поздравлять самых лучших партнеров. Потом у нас будет шоу-программа, у нас будет хедлайнер. Вы уже все знаете из ролика, это Дима Билан. Значит, и второй день у нас будет посвящен полностью обучению, когда на сцену выйдут самые-самые топ-партнеры компании, и они будут делиться своим опытом. То есть это наиполезнейшие 2 дня. То есть это, наверное, самые полезные 2 дня в году, которые могут быть у партнера компании. Вот. И это самый мощный инструмент, который на сегодняшний день есть. Мощнее его ничего нету, это точно проверено. Поэтому это то, на что сейчас нужно очень активно сработать. То есть понятно, что вы все поедете. Надо сделать так, чтобы ваша команда максимально поехала, чтобы люди, которых вы видите потенциальными партнерами или потенциальными клиентами, чтобы они поехали. Там у них все вопросы отпадут, там они получат полное представление о компании. Поэтому сейчас у нас закончилось мероприятие, у нас была школа 20, эти выходные, 4-5 декабря, мероприятие закончилось, и следующее мероприятие, на которое мы делаем такое лазер фокус, такое лазерное такое фокусирование, весь свой пучок энергии, всю свою энергию нужно собрать, сфокусировать на это мероприятие, потому что оно самое важное. Это самые важные 2 дня в году, поэтому на них нужно будет очень хорошо поработать. Еще раз, 6-7 февраля, Крокус Сити Холл, Москва. Мы с вами возвращаемся в Крокус на самую лучшую площадку для того, чтобы отметить, отпраздновать свой успех, потому что 2021 год для нас был успешным годом. Вот, мы отпразднуем успех и спланируем с вами, что мы будем делать весь 2022 год. И, значит, потом, после этого, 6-7 февраля, после этого у нас будет лидерская поездка в Дубай 10-12 февраля. Для того, чтобы туда попасть, нужно за этот спринт закрыть статус директора. У нас практически каждую неделю у нас появляются директора, то есть это те люди, которые квалифицируются на эту поездку, и мы их приглашаем на эту поездку. Что будет в Дубае, помимо всего, мы в Дубае еще, так скажем, упакуем, доупаковываем стратегию 2022 года. То есть она у нас, то есть определена канва, то есть определена красная линия 2022 года, и нужны определенные тактические действия. То есть мы будем определять, какие у нас будут тактические действия весь 2022 год для того, чтобы эту цель достичь. Вот. Поэтому вот этой лидерской тусовкой, этим лидерским сообществом мы в Дубае, на мой взгляд, это один из самых лучших городов мира, и это на сегодняшний день, вот эти вот полгода, пока там идет экспо, это притяжение. Там весь мир, по сути, сейчас съезжается в Дубай, потому что везде ограничения, в Дубае нет никаких ограничений, можно прилететь из любой страны, они всех принимают, и сегодня там просто огромное количество людей, то есть весь мир сейчас находится в Дубае. И это будет до марта, до конца марта. И мы с вами поедем как раз в феврале, и значит, я недавно там был, я посетил Экспо, и это, ребята, просто какая-то масштабная, это самая, наверное, масштабная штука, которую я видел. И это нужно посмотреть своими глазами, потому что очень сильно раздвигает рамки. И просто увидеть, что могут люди создавать.
Поэтому мы с вами обязательно в рамках этой лидерской поездки, я не знаю, там 11 или 12, мы обязательно выделим день, и мы с вами посетим Экспо обязательно. То есть вот те, кто не были, обязательно нужно посмотреть, походить вот, и вообще просто вот в этой энергетике побыть. То есть это весь мир приехал для того, чтобы обменяться идеями, мыслями, посмотреть, то есть показать свои достижения, посмотреть на достижения других. У каждой страны свой павильон, больше 200 наций там представлены, по-моему, больше 170 павильонов различных стран. Самый крутой российский, понятно, павильон. Вот. И у российского павильона очень интересная тематика. Поэтому мы с вами туда обязательно сходим. И вот в рамках вот этой всей поездки 12, 10, 11, 12 декабря мы с вами будем доупаковывать нашу стратегию, скажем так, определять тактические действия. И это будет отдых и работа, и мы с вами, ну, скажем так, все вместе вот в этой лидерской поездке определим конкретные шаги, как мы будем делать, достигать новой цели в 2022 году. Вот, поэтому, если у вас сейчас, если вы еще не квалифицировались на Дубай, у вас еще есть время, и декабрь – это такая хорошая жаркая пора, тем более сейчас после школы, школы 20, есть вот эта энергия, эмоции, заряд, нужно обязательно делать директор и на эту лидерскую поездку поехать. Вот. Значит, это то, что у нас сейчас, то, на что мы сейчас с вами должны сфокусироваться максимально. Еще раз, вы помните, там, где внимание, там энергия, поэтому вот все внимание нужно на итоги и на лидерскую поездку. Так, и мы с вами подошли к тому, чтобы поздравить самых эффективных партнеров. Вот. Самых эффективных партнеров ноября. Мы с вами начнем со статусов. Значит, статусы в ноябре начинаем со статуса M3 менеджер третьего уровня. Мы поздравляем Денис Рудых, город Иркутск, Ирина Воронова, Краснодар, Оксана Тихомолова, город Севастополь, Роман Гаврилов, Сургут, Денис Малымуш, Бишкек, Кыргызстан, Шалбана Оржак, город Кызыл, Армен Байталов, город Ташкент, Узбекистан, Ирина Алиник, город Одесса, Украина, Анна Телнова, город Москва, Денис Крылов, город Москва, Ирина Гузей, город Самара и Наталья Ерниева, город Москва. Идем дальше. Статус регионального менеджера в ноябре. Марина Исаева, Усолье, Сибирская, Ильмир Мухамедзянов, город Калининград, Константин Боев, город Москва, Владимир Мун, город Москва, и Светлана Павлова, город Балаково. И в ноябре у нас есть директор второго уровня. Мы поздравляем Ирина Горбачева, город Ярославль. Ирина, поздравляем, директор второго уровня. Идем дальше. Также нужно отметить партнеров, которые активно работали в первую линию, то есть активно работали с клиентами и активно работали с партнерами в первую линию. Значит, и в ноябре начнем с клиентов, рейтинга по клиентам. Начнем с цифры 3. Три клиента в ноябре. Татьяна Худушина, город Рязань. Фазлидин Гайпназаров, город Ташкент, Узбекистан. Лидия Кондратьева, город Якутск. Анна Грищенко, город Домодедово. Канекей Балатбекова, город Бишкек, Кыргызстан. Альбина Амосова, город Якутск. Идем дальше. Четыре клиента в ноябре. Ерлан Турабеков и Кырылгаш Атен, Шымкент, Казахстан. Павел Рубанович, Краснодар. Артем Бичинов, Иркутск. Ольга Манойлова, Кишинев, Молдова. Аюна Баханова, скорее всего, Чита. Четыре клиента. Идем дальше. Пять клиентов в ноябре. Армен Байталов, город Ташкент, Узбекистан. 6 клиентов в ноябре. Максим Моисеев, Москва. И абсолютный чемпион в ноябре. У нас королева вернулась на свой трон. Татьяна Фурсова, Самара. 7 клиентов в ноябре. Таня, приятно тебя видеть снова на первой позиции. Идем дальше. Теперь отметим партнеров, которые активно работали с партнерами. То есть партнеры в первую линию. Начнем с цифры 2. Два партнера в ноябре. Александр Конов, Севастополь, Владимир Мун, Москва, Илья Луров, Севастополь, Ирина Гузей, Самара, Равила Сурьяхасянова, Москва, Антонина Котова, Усвяты, поселок Усвяты, Юлия Баженова, Сургут, Ксения Ефремова, Иркутск,
Олеся Мещерякова, Москва, Тамара Уфельман, Омск, Марина Исаева, Усолье, Сибирская, Елена Сари, Тюмень, Денис Курганский, Иркутск, Валентин Штах, Нефтеюганск, Денис Рудых, Иркутск и Сосун Гищан, город Ереван, Армения. Идем дальше. Три партнера в ноябре. Светлана Стаценко, Сочи, Диана Арустамян, Москва и Ирина Баженова, Ирина Бережнева, город Иркутск. Затем четыре партнера в ноябре. Оксана Тихомолова, город Севастополь. И абсолютный чемпион в ноябре. Пять партнеров за месяц в первую линию. Александр Сметанин, город Киров. Поздравляем чемпионов. И что нам нужно еще отметить? Это гонка городов. Значит, гонка городов по партнерскому товарообороту и по клиентскому. Начнем с клиентского. Десятое место Тверь, девятое Якутск, восьмое Калининград, седьмое Улан-Удэ, шестое Иркутск, пятое Пермь, четвертое место Бишкек, Кыргызстан, третье Санкт-Петербург, второе Тюмень и первое место город Москва. И по партнерскому товарообороту. Десятое место – Пермь, девятое – Ессентуки, восьмое – Самара, седьмое – Севастополь, шестое – Краснодар, пятое – Тюмень, четвертое – Иркутск, третье – Калининград, второе место – Омск и первое место – город Москва. Это была гонка городов. Окей. Так, ну все, вроде бы все на этом новости. Значит, еще раз самое важное, самое главное, что я хочу подчеркнуть из сегодняшнего нашего с вами разговора. Это сейчас весь самый главный фокус, это на итоги года сделать так, чтобы максимально было ваших партнеров, то есть вашей команде, и чтобы было максимальное количество клиентов и партнеров. Потому что мы с вами будем праздновать два дня, то есть это два дня, большое событие, то есть это два дня, большая-большая презентация для того, чтобы у ваших партнеров появилось больше веры. Значит, а это очень важно, и это очень сильно двигает в любом абсолютно деле, чем бы вы ни занимались, если вы верите или находите способы, инструменты для того, чтобы действительно эту веру приобрести, то у вас в любой абсолютно сфере вы добиваетесь успеха. Любую возьмите сферу, если у вас там уровень веры высокий, вы обязательно там добьетесь успеха. Неважно, что это, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какие инструменты вы используете. Поэтому вот эти два дня, они будут как раз-таки на это. И это будет большая-большая, это самая лучшая, самая классная презентация для ваших потенциальных партнеров и клиентов. Поэтому сейчас весь фокус свой мы с вами соберем и в пучок, и направим на мероприятие, на итоги года и на то, чтобы квалифицироваться в лидерскую поездку в Дубай. На этом у меня все. Я благодарю тех, кто был онлайн. Это очень важно для спикера, когда вы приходите онлайн. Всем остальным, все остальные смогут посмотреть записи. На этом все. Я желаю вам хорошего месяца и до встречи на следующих итогах. Все, всем пока. Так, у нас сохранение.